Всех приветствую на нашем канале. Сегодня у нас на обзоре Opel Astra в кузове универсал 2008 год, двигатель 1.8 на автомате с пробегом 175 тысяч километров. Автомобиль после ДТП сильно пострадала пассажирская сторона. Автомобиль еще у нас перевернулся, сзади там тоже сильно все замято. Переднее правое крыло сильно замялось. Правая фара у нас с трещинами, передний бампер у нас тоже в печальном состоянии. По левой стороне также крыло замято, подвеска у нас вся ушла, зажата крылом. По капоту, капот с вмятинами, для интереса посмотрим нашим прибором. 117, 118, 111, лобовое стекло разбито, крыша тоже вся деформирована. Водительская дверь в царапинах, имеется вмятина возле крыла. Толщине ЛКП все хорошо, дверца открывалась, сейчас не открывается, снутри тоже почему-то перестала открываться. Задняя левая дверь, имеется у нас вмятинка, переходящая на крыло. По верхней части крыла у нас также вмятина, по арочке все хорошо. По толщине ЛКП все тоже у нас отлично. Здесь дверь сзади открывается, 4 электрических стеклоподъемника, кожаные вставочки у нас, комбинированный салон, задний ряд сидений. Стекло левое глухое целое, левый задний фонарь внутри с грязью. Задний бампер у нас был с парктрониками нештатными, с правой стороны скрепления он у нас слетел. Фонарь с правой стороны разбит и можем посмотреть на заднюю правую сторону, насколько сильно она была деформирована. Дверца багажника очень сильно замята. Задняя правая дверь. Видим, какой зазор у нас. Но, несмотря на это, у нас замок работает полностью исправно. Нижняя часть двери. Все отлично. Передняя правая дверь у нас также очень сильно замята, деформирована. Зеркала с обеих сторон отсутствуют. Обшивочка в таком состоянии. Пассажирское сиденье выглядит хорошо. Водительское тоже хорошо у нас сохранилось. Сзади открывается. Видим, что сверху стойка замята. Задний ряд сидений. Салон как выглядит. Безопасность у нас не сработала. А я вам хочу напомнить о том, что мы покупаем любые автомобили в любом состоянии, а также проблемные автомобили по всему Уральскому округу по самой справедливой, выгодной для вас цене. Автомобиль у нас сам запускается. Сейчас попадем вовнутрь. Сигнал звуковой у нас работает исправно. Автомобиль запускается, запускается уверенно. Усилитель руля работает, но тяжеловато. Стеклоподъемник передний левый рабочий. Передний правый, слышим, моторчик не справен. Левый работает. С правой стороны у нас тишина. Зеркала проверить не получится, так как они у нас просто отсутствуют. Имеется автосвет, габариты ближние. На панели приборов все отображается. Дальний информационный дисплей у нас разбит. Мультируль у нас не работает. Но так магнитола у нас работает полностью исправно. Центральный замок не срабатывает, аварийная сигнализация работает, отопитель включаем на максимум. Моторчик разогнался, никакого постороннего звука у нас с моторчика отопителя нет. Пепельница закрывается, здесь нештатное отверстие вырезано. Стояночный тормоз работает также исправно, плафон салонный у нас. Здесь попало стекло, кнопка у нас не работает. Бардачок тоже не на своем месте. Покажу здесь по месту, что вперед-назад автомобиль двигается. У нас зажаты колеса, поэтому полноценно проверить у нас не получится. Зеркало заднего вида с автозатемнением. Видим, что назад автомобиль едет. Включаем драйв. На драйве тоже автомобиль у нас вперед сам себя тащит. При переключении задней на драйв толчок у нас
чуть-чуть совсем имеется при включении с нейтрали на драйв. Но не забываем, что у нас спереди подвеска неисправна, зажата сильно. Также под капотом у нас все стоит на своих штатных местах. Двигатель у нас работает ровненько. Видны меточки на двигателе. Возможно, у нас двигатель установлен уже контрактный. Охлаждающая жидкость у нас в уровне. Панель передняя замята. Кондиционер тоже у нас здесь замят. Запотевание лежит только в районе маслозаливной горловины. В остальном у нас все прекрасно. Сейчас вы увидите кадр замера компрессии. Замер компрессии Opel Astra 2008 год, двигатель 1.8, первый цилиндр. Второй цилиндр. Третий цилиндр. Четвертый цилиндр.